Что ж, давайте вернемся к первому посланию Петра, первой главе, стихам с 19 по 21. И при рассмотрении этого текста появляется множество экзегетических трудностей. И я не думаю, что в рамки этого курса входит информирование вас обо всех этих трудностях. И более того, если мы начнем в них вникать, то мы далеко не продвинемся сегодня. Поэтому я решил лишь обозначить основные моменты того, о чем говорится в этих стихах по теме богодухновенности. Что ж, мы подходим к 19 стиху, где мы читаем, «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда пророчество не было произнесено по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Что ж, основная мысль тех стихов, которые предшествуют 19-му, как мы уже с вами говорили, состоит в том, что Петр утверждает, что все написано им истинно, на основании того, что он присутствовал на горе Преображения. Он видел, что происходило там, и посему верует. Но в 19 стихе он пишет, что есть нечто более убедительное, чем увиденное им самим на горе Преображения. И хотя имеются вопросы, о чем конкретно он говорит, говорит ли он об опыте, полученном им на горе Преображения, говорит ли он о какой-то части Ветхого Завета, что же он имеет в виду? Но если мы посмотрим на то, что он пишет далее, в 20 стихе и в 21 стихе, то становится совершенно ясно, что речь идет не о пережитом им на горе Преображения, потому что если об этом речь, то почему он меняет тему в 20 и 21 стихе? Почему бы не говорить об этом далее? Зачем упоминать Писание? Правильней было бы считать, что то, о чем он говорит здесь, что Писание гораздо убедительней, чем увиденное им на горе Преображения. Но почему же он с такой настойчивостью говорит о Писании? Что же такого в Писании, что делает его более убедительным, чем то, что Петр увидел на горе Преображения? И в 20 стихе начинают раскрываться причины, по которым Петр считает Писание настолько убедительным. Вот что он пишет. «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою». Апостол Петр в этих стихах говорит о том, что никакое пророчество не является продуктом собственного толкования пророка. И вы можете сказать, ну что ж, Петр говорит исключительно о тех текстах Ветхого Завета, которые были предсказаниями по своей природе. И что бы он ни говорил в 20 и в 21 стихах, мол, все это относится к тем фрагментам Ветхого Завета, которые содержат предсказания о будущем по отношению к тем, кто это изрекал. А мол, о других текстах Ветхого Завета Петр ничего не говорит. Что ж, хотя такое рассуждение возможно, что, мол, Петр такое имеет в виду, то все же это маловероятно, если особенно вы вникнете в суть понятия пророчества и пророка, используемого как в Новом, а особенно в Ветхом Завете. Пророк Божий был глашатай Бога, то есть тот, кто говорил нечто от имени другого. А если вы говорите от имени кого-то еще,
то вы можете говорить о прошлом, вы можете говорить о настоящем, и вы также можете говорить о будущем. И получится так, что все то, что вы скажете, сможет называться пророчеством. Потому что основная идея, которая лежит в понятии пророка, это человек, говорящий от имени другого. И хотя, конечно, Петр подразумевает и те тексты Ветхого Завета, в которых записано предсказание о будущем, в частности, о первом пришествии Христа, очень маловероятно, что, говоря об этих стихах, особенно в свете того, что он говорит в 21 стихе, он имеет в виду лишь те стихи, которые предсказывают первое пришествие Христа. Если вы продолжите читать второе послание Петра, а также прочтете первое послание, то увидите, что Петр цитирует огромное количество текстов из всего Ветхого Завета. И многие из этих текстов не имеют отношения к первому пришествию Христа. И в то же время Петр цитирует их как Писание для того, чтобы подкрепить свои аргументы. И я думаю, что когда мы поймем суть понятия «пророк» и «пророчество», то мы признаем с вами, что Петр подразумевает весь Ветхий Завет, а не только те его тексты, где говорится о предсказании о будущем. Что ж, давайте посмотрим дальше. Петр говорит, что никакое пророчество Писания не является измышлением самого лишь пророка. И при переводе с оригинального греческого языка возможно несколько различных вариантов. И здесь опять же, я не думаю, что я должен разбирать вместе с вами все возможные нюансы. Вместо этого я поделюсь с вами наиболее вероятным, с моей точки зрения, вариантом перевода того, о чем здесь пишет Петр. И в этом я нашел для себя очень полезным, написанное великим богословом конца 19-го, начала 20 века Уорфилдом, в комментарии к этому тексту. Он написал, что этот текст говорит о происхождении, возникновении Писания. И посему Петр пишет, комментируя то, что может подразумеваться в этом тексте, Петр пишет, что Писание не является продуктом собственного измышления людей о природе вещей. Это не продукт мыслительной деятельности самих пророков. Но это, как пишет Уорфилд, божественный дар. И, конечно, 21 стих это подтверждает, когда говорит о роли Духа Святого, и что это на самом деле то, что исходит от Бога. Другими словами, Петр говорит следующее. Писание не было написано, потому что в какой-то день какой-то автор в какой-то книге Библии решил пойти в местную библиотеку, провел там какое-то исследование, а затем сел и написал свои измышления. И тем самым получился полностью его труд. И Бог в этом не проявил никакой роли. Совсем нет. Совсем не так возникла Библия. Своим происхождением Библия обязана Богу. И это не означает, что земные авторы совсем ничего не делали. Но это лишь говорит о том, что первоисточником всего написанного является Бог. И затем, в 21 стихе, Петр подкрепляет тот аргумент, который он только что высказал. И позвольте мне сказать вот что. Для него было очень важно подчеркнуть, что Библия совсем не является продуктом измышления какого-то человека или результатом чьих-то исследований. Потому что вспомните, что до этого говорил Петр. Он дает понять, что Писание более убедительно,
чем даже то, что он видел на горе преображения. Но если Писание — это всего лишь продукт измышлений самого человека, деятельности ума библейских авторов, их исследований, что ж, чем тогда такое Писание будет убедительней, чем то, что Петр видел на горе преображения? Если и в том, и в другом случае это лишь свидетельство человеков. Только если вы можете сказать, что Писание в конечном итоге исходит от Бога, только в этом случае оно будет более убедительным и истинным, чем то, что я увидел своими собственными глазами. Почему? Потому что увиденное мной на горе Преображения — это увиденное мной. И хотя я уверен, что я все правильно разглядел, что ж, я ограниченный человек и могу ошибаться, но то, что снизошло от Бога, снизошло от того, кто не ограничен и кто не может ошибиться. И именно поэтому Писание даже убедительней, чем увиденное Петром, пусть его собственными глазами, увиденное на горе Преображения, или увиденное Иоанном, Иаковом, или другими апостолами, следовавшими за Иисусом Христом. Что ж, в 21 стихе говорится о нескольких моментах. Начинается он с подчеркивания, с усиления до какой-то степени аргумента, высказанного в 20 стихе, что Писание не является продуктом измышления человека. И как если бы читатели Петра не были до конца в этом уверенными, в том, что имел Петр в виду, когда говорил, что никакое Писание не может быть разрешено само собой, Петр пишет, что никакое пророчество не было изречено по воле человека. Но означает ли это, что люди вообще не играли никакой роли? Петр опровергает и такой подход, когда пишет, но изрекали его святые Божьи человеки. Так что земные авторы играли свою роль. Но они не говорили от себя. Если бы они говорили от своего имени, то это мало бы отличалось от того, что кто-то провел свое собственное исследование и написал результаты. Петр пишет, что они говорили от имени Бога, будучи движимы Духом Святым. Что ж, теперь, во второй части этого стиха есть одно слово, которое нам следует рассмотреть, именно это мы сейчас сделаем. Это слово, которое переведено у нас как «движимы», хотя в некоторых других переводах оно переведено иначе. И это греческое слово «феромена» или «фероменой». И вот посмотрите, как это слово пишется. Это слово произошло от греческого слова «феро», что означает «нести». Но об этом надо сказать не только это. Нужно рассмотреть историю употребления этого слова. Она говорит о том, что это слово часто использовалось, когда речь шла о кораблях, уносимых ветром. И подобный пример мы находим даже в Писании. Например, Деяния, 27 глава, 15 стих. И 17 стих, там используется это слово, и речь идет о корабле, носимом ветром. То есть, использование этого слова, а также и связанных с ним слов, таких как корабль, плавание, говорит о том, что Петр, если хотите, использует здесь некую аналогию. С одной стороны, Дух Святой и та роль, которую он играет в вдохновении земных авторов,
и с другой стороны ветер и та роль, которую он играет, когда уносит корабль. И вы видите, что это слово предполагает, что что-то, что движимо, двигается в ту сторону, куда направляет ветер. Капитан корабля может преследовать некую цель в своем плавании, то в зависимости от того, какой дует ветер и какую силу он дует, то капитан может достичь цели своего назначения, а может и нет. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminary.com. Итак, давайте подытожим, что хочет здесь сказать апостол Петр. И если позволите, я хотел бы нарисовать здесь на доске одну иллюстрацию. Конечно, художник из меня никудышный, и если у вас есть еще сомнения на этот счет, то скоро они развеются. Но представьте такой парусник. И вот отсюда у нас дует ветер, он наполняет паруса, и вот корабль плывет вперед через это море. Петр говорит: нечто подобное совершает и Дух Святой по отношению к человеку, который пишет Писание. Дух Святой направляет и движет автора, чтобы тот написал то, что нужно. И, конечно, автор преследует некую цель, когда пишет свой текст, но и Дух Святой имеет свою цель. И так как в конечном итоге автор контролируется и направляется Духом Святым, то мы можем быть уверены, что та цель, которая в конечном итоге будет достигнута, это цель, преследуемая Духом Святым. И, конечно, это совсем не огорчит земного автора. Теперь, есть еще один аспект вот в этой аналогии, показывающий, что аналогия несовершенна. Поэтому нам не следует заходить слишком далеко. В случае с настоящим кораблем и настоящим ветром, ветер дует, и корабль начинает плыть. Но что происходит, если ветер перестает дуть? Останавливается ли корабль полностью? Нет, он по инерции все еще будет плыть дальше. Да? Что ж, если это происходит и в случае с взаимоотношением Духа Святого и земного автора, то это означает, что часть написанного автором была написана тогда, когда Дух Святой уже перестал дуть и направлять автора, а автор продолжал идти своим путем. А если так, то как Петр мог написать, что то, что эти люди произнесли, они принесли от Бога? Если Дух Святой остановил свою деятельность, перестал их вести, а они продолжали двигаться, и хотя Дух Святой и начал это движение, какую-то часть пути они прошли самостоятельно, и написано им уже не было Словом Божьим. И то, что происходит с реальным кораблем и реальным ветром, не происходит в случае с Духом Святым и библейским автором. Это один момент, очень значимый момент, когда эта аналогия оказывается неверной. И, конечно, в результате действия Духа Святого происходит именно то, о чем пишет Петр, что свое начало Писание берет от Духа Святого. Корабль сам не плывет, им движет ветер. Тем не менее, корабль-то плывет, а автор-то что-то пишет,
Да, он пишет свои собственные слова, но пишет он от имени Бога. Что ж, очень часто, когда люди толкуют этот текст, они говорят, что этот текст показывает, что Дух Святой руководил деятельностью библейских авторов. И полезно нам будет задать себе вопрос, а что же все это означает? И вот по какой причине я задаю такой вопрос. Есть много разных путей руководства тем, кто что-то пишет. И нам нужно знать, каким было руководство Духа Святого. Задал ли он просто лишь общее направление движения? Что же он на самом деле делал? И вот здесь опять значение слова «фероменой» имеет большое значение. Если это аналогия, где с одной стороны у нас ветер и корабль, а с другой стороны Дух Святой и автор библейских книг, хоть в какой-то степени верна, то нам следует ожидать, что Дух Святой что-то совершает в разуме, а также в сердце человека, который пишет библейский текст. Что ж, в этом стихе вы не читаете о том, что происходит то, что автор становится всего лишь секретарем Духа Святого, пишущего словно под диктовку. И зачем тогда вообще говорить о том, что они были движимы Духом Святым и говорили от Бога, когда речь идет о том, что они пишут под диктовку? Потому что то, что мы читаем в этом стихе, не подразумевает то, что они писали под диктовку, что они были пассивны и не сознавали того, что писали, просто записывали слово за словом. Совсем нет. То, что мы читаем в этом стихе, подразумевает, что был некий вклад как со стороны Духа Святого, так и со стороны земного автора. Этот вклад не ограничивался лишь тем, что автор писал под диктовку. Он вовлечен в этот процесс. И Петр заверяет нас, что все, что он писал и произносил, он произносил от Бога. И поэтому я опять хочу повторить то, о чем говорил совсем недавно. И именно поэтому взаимоотношения между Духом Святым и земным автором отличаются от взаимоотношений ветра и корабля. Потому что если земной автор что-то напишет уже после того, как Дух Святой перестал вдохновлять, то это уже не будет совместной работой Бога и земного автора, это будет целиком труд земного автора. Поэтому очевидно, что Дух Святой участвовал в написании каждого слова в Библии. И я не думаю, что это означает, что всякий раз, когда земной автор начинал писать что-то неправильно, то Дух Святой как бы стучал указкой по столу или посылал огромную стерку с неба, которая стирала неправильные слова. Мы не знаем, что и как Дух Святой делал в разуме земного автора, чтобы уберечь его от того, чтобы написать что-то, что Дух Святой считал неправильным. Но этот стих подразумевает, что Дух Святой нечто совершал в тот момент, когда автор писал текст Писания. И написанное в итоге может воистину называться Словом Божьим, а также произведением земного автора. Что ж, позвольте мне остановиться и позволить вам задать вопросы по 2 Петра, 1 главе, с 19 по 21 стих. И мы ответим на них. Если вопросов нет, то мы продолжим дальше. Да, пожалуйста. Очень красивая аналогия между Духом Святым и ветром. Но мой вопрос в выражении разрешится самому собою. Может, тут не говорится об истолковании? Почему здесь используется это выражение?
Что ж, как я уже говорил, это то, о чем богословы все еще спорят между собой. И я решил, что лучше будет не углубляться во все эти детали, а пропустить этот момент. Но если вам представляется это интересным, я бы с радостью предоставил вам всю информацию по этому поводу. Есть различные мнения насчет того, как следует понимать это словосочетание в этом стихе. И многие комментаторы считают, что речь идет о толковании Писаний, а не о первоначальном его написании. Но если на самом деле речь идет о толковании Писания, то речь идет о том, что делают люди, о том, что мы делаем по отношению к Писанию. И тогда встает вопрос, подождите минутку, если все, о чем мы говорим, это лишь толкование авторов Божьего Слова или толкование самих читателей того, что Бог сказал, то как все это может быть более убедительным, чем свидетельство Петра о том, что произошло на Святой Горе? Именно основываясь на таком размышлении, я могу сказать, что хотя, да, греческое слово может быть переведено как «толкование», то правильнее будет понимать несколько иное значение, как мы уже с вами предположили. И, как я уже сказал, я бы с радостью вам дал необходимую информацию по поводу этого вопроса, если вы хотите. Хороший вопрос. Еще есть вопросы? Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.